Ловим корм для пчелок. Канди называется, да? Вот так. Сахарная пудра с натуральным медом. Вот, дорогой консистенции мешается. Затем берутся пакетики. И накладываются пакетики. Это два еще один. Такие пакетики сложите сверху на рамки улья. И так далее. После того, как расфасовали пакеты под пакетики, сделаем их тонкими, чтобы холстом накрывалось как можно плотнее. Ну вот так. Примерно вот так. Ну вот получилась такая вот 5 пакетиков. Сейчас мы поедем вечером, уже поздно. Уложим на ульи. И покажем, как это происходит. Значит, берем, будем ложить эту канди. Канди — это средство для, вот сказать, для того, чтобы пчелку кормить. Снимаю верхний слой. Вот здесь некий падеж небольшой. Посмотрите, там пчелы будут видны. А должны сидеть в самом начале. Вон там, видите, пчелки живые. Пчелки сидят. Вот, это значит все хорошо. Это значит, в самом начале сидят, еще корма не хватает. Но я хочу перестраховаться. И вот в самом конце, смотрите, вот сюда вот укладываю вот этот вот блин. Когда у них корм закончится, они его скушают. Вот, вот таким образом. На холст. Здесь мор. Мор, ничего страшного. Все, они сами потом весной берут. Все, теперь обратно закладываем подпух. И накрываем холстами. Таким образом, чтобы только было тепло. Вентиляция. Мы здесь оставляем чуть-чуть зазор вентиляции. Ну вот. Все, в принципе. Можно переходить к следующему улью. Ну вот так вот. Закончили работу с подкормкой для зимней подкормкой пчел. Извиняюсь, что темно, поздно. Ну, вынужден снимать. Рабочее время мое. Работа. Поэтому я немножко занят. Завтра уезжать далеко нужно. Поэтому нужно было подкормить, пока есть возможность. Вот поэтому ночью. Итак, если видео понравилось, поставим лайки и подписываемся на канал. Будет все еще более интереснее. До встречи.